сделать стилус из фломастера. Если у вас такой маленький фломастер, то желательно брать розовый, потому что темные цвета все равно остаются. И вот я ложила на 4 дня, у меня все равно рисовала. Вот такие вот с тонкими этими... не получится. А вот если толстый такой фломастер, и там вот такая вот штука, как полукруглая, это с этим фломастером тоже. Нам, короче, надо взять вот такой или толстый фломастер и положить в воду. Я положу в воду вот в одноразовый стаканчик на 24 часа. У нас здесь, короче, темно, просто свет. У нас уже вечер, просто здесь свет включенный. Я под включенным светом сплю. Всем доброе утречко. Я уже проснулась, пошла умылась и снимаю проду. Я тут уже проснулась. Ой, что-то я рано утром проснулась. И тут родители уже встали. Короче, тут телек уже работает. Да, родители просто встали уже. Короче, идем к нашей баночке. Вытаскиваем фломастер. Вот у нас вот такой вот. У нас розовым, оно, короче, и должно остаться. Берем фломастер. Таким фломастером. Короче, фломастером замочили. И все. Можно рисовать. Но оно, я сразу признаю, что оно иногда заедает. Вот с таким фломастером. Ну и с толстым фломастером тоже оно иногда заедает. Но с толстым фломастером, чтобы оно... С толстым фломастером оно намного чаще заедает, чем с этим. И чтобы с толстым фломастером поменьше заедал, то там надо немножко фольгой обмотать фломастер и развязать, чтобы фольга держалась. Всем пока, была рада показать.